calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Ребята, всем привет! Вы, наверное, подумаете, а что это? А где объект? Что за фигня, да? Короче, после того ролика, который вы посмотрели про конвертогибы, вот, мы поехали в магазин за кофе. Вот, и по пути, короче, в магазин на кочке у меня сломалась алюминиевая опора задней стойки амортизатора. И вот 4 часа вот прошло, пока мы съездили в город 40 километров, взяли эту опору, сейчас приехали. Кто? Опора. У меня в рюкзаке, сейчас дам. Вот, мастер сейчас будет делать. Вот у меня и видно телефон, пряжа находится. Так что сейчас сделаю. И потом пойду снимать для вас объект. Как-то вот так вот, вот такое вот вступление получилось. Ну вот и все, вот и починили. Правда, время 7 часов вечера, а мне еще ехать в Питер. Ну что не сделаешь ради ролика, да? Ребята, снимаю на телефон. Петличка осталась у меня, беспроводная, микрофон в Новгороде, прикиньте. Вот последний ролик, когда делал про Новгород, финишный, микрофон там оставил. Вот, придется ехать туда на днях забирать. Так, находимся мы, короче, в Карелии. Это, скорее всего, говорят город, но там город не похоже. Это, скорее всего, какое-то село, вот, городского типа. Вот, называется Пряжа. Вот. И тут у нас объект, в общей сложности дом, фасад и баня с гаражом, порядка 950 квадратов. Вот. И сейчас я вам немножко пробегусь там по лесам, по кровле покажу, и, соответственно, еще полетаем на дроне, сверху посмотрим. Так что так, пойдемте, я вам быстренько все покажу. Ну и давайте начнем с материалов. Кому не интересно, можете перемотать немножко подальше. Но ознакомлю с материалом. Это у нас наш любимый, скажем так, из всех полимерных покрытий Пурал. Вот, то есть, если сказать точно, это у нас Green Coat, CSIB Green Coat Пурал Мат. Марка стали S280. Вот. Ну, как обычно, у нас поставщик Акимов Андрей, это Тиан Групп. Вот. И как можете заметить, есть 23 цвет, RR23, серый. И есть еще у нас вот такой металл. Это у нас 750-й. То есть часть крыши будет именно в таком металле. Ну, я вам покажу, а может, не покажу. Значит, металл есть в штрипсе, есть широкий, 1250. Далее,
Это трубы и желоба Орема. Лежат также у нас снегозадержатели, снегозадержатели и все остальное, в принципе, тоже Орема. Сетка алюминиевая, перфорация. Вот она у нас лежит, вернее, стоит. Вот. Это алюминий, с одной стороны коричневый цвет, с другой стороны серый. Вот. Прошу прощения. Далее. Пленка. Пленка у нас здесь другая. То есть мы на этом объекте ее, вообще не только на этом объекте, а вообще впервые используем как разделительный слой. Это у нас, секундочку, Дельта Терм. То есть эта пленка разработана специально под металл, как разделительный слой, чтобы она выдерживает, по-моему, вот точно не помню, но, по-моему, 150 градусов нагрева. То есть она не рассыхается, ничего с ней не будет. Она специально для этого и создана. Я вам сейчас еще покажу еще на крыше. Так. Наш листогиб, алюбендер, или тапка, можно сказать, еще. А вот, кстати, и мембрана стоит. Вот она такая. В надписи на ней, что неплохо. Сэкономили, наверное, это. Не выделяется. То есть на черной мембране черными буквами написано. Вот. Держатели Орема для снегозадержателей, кронштейны. Верстак. Это оцинковка 0,7 для силовых планок. Фальцепрокатный станок Бора. Ну и что еще? Да, в принципе, все. Остальное уже так, мелочевка, не важно. Данный объект, давайте покажу. Давайте я покажу здесь, потому что здесь еще не готово. Это гараж будет и будет баня. Чердак здесь холодный будет. Утепление будет по перекрытиям. Здесь то же самое, здесь только есть несколько мест, где крыша утеплена межстропильно. В основном 80% это холодный чердак. Но здесь еще не готово, здесь будет то же самое. Часть фасада будет фальцевым, вот, и часть будет, как он называется-то? Ну, что-то типа наподобие деревяшки такой красивой. То есть дерево, металл. Точно сказать пока не могу, потому что еще конкретно, по-моему, решение не принято, что именно будет. Вот, но это будет дерево или, знаете, еще бывает кедрал, по-моему. Что-то такое будет, короче. Но в следующем роликах я уже буду знать точно и вам об этом расскажу. Значит, здесь у нас получается фасад. Вот, сделано картинами широкими, то есть не как обычно мы советуем делать более узкими картинами, чтобы меньше было видно волны. Вот, сейчас это не так видно, конечно же, вот, но возможно под какими-то ракурсами солнца потом это будет видно. Вот, ну, это такое, дело эстетики. Далее, сейчас она будет подняться наверх, но здесь я покажу, что у нас что на фасаде, что на кровле используются плавающие клеймера. Вот они. Так что у нас при температурных расширениях вот, металла картина будет двигаться, что является правильным. Ну и сейчас я поднимусь на леса и пойдем дальше с вами по
периметру и по крыше. Посмотрим. Так, вот мы залезли. Значит, ну вот давайте сижем. Пауки уже паутину плетут. Вот, сделано. Поближе покажу. Здесь, то есть здесь вот такая у нас планочка сделана, за нее цепляется. Сейчас я показываю не свою. Вот. Тут планочку сюда будет вставляться уже деревянный фасад, скажем так. Вот. И если можно заметить, изначально, конечно, мы у нас не было договоренности такой, чтобы фальцы, швы, скажем так, да, фасада совпадали с фальцами на крыше. Но мы решили все-таки, тоже мы будем, если этого не соблюдим. То есть надо все-таки делать все по красоте. И если посмотреть, это не видно, вот шов, он переходит вот сюда. То есть они все совпадают. Соответственно, конечно же, надо где-то картину урезать, где-то подгонять. Вот это такое, знаете, ну, труд, можно сказать, процентов на 20 больше с этой подгонкой. Ну, мы решили сделать все-таки все красиво. Снегозадержание, как я сказал, опять же повторяюсь, слишком много слов Орема, наверное, да, в этом ролике будет. Вот надо, короче, что-то с них попросить, что-нибудь такое. Ну что? Кровля. Кровля, здесь будет у нас венконек. Ну, как, хоть и чердак холодный, но все равно делаем венконек. Вот, он пойдет здесь, пойдет вот поэтому. Сюда будет не венконек. И пойдет туда дальше. Ну, сейчас мы поднимемся, я вам покажу. Идем по кругу. Сегодня ветер, наверное, будет слышно. Ну, ребят, 400 километров от Питера. Я не могу сюда ездить так часто и выбирать погоду. И как я сказал, что петличку забыл в Новгороде, а там есть микрофон специально, чтобы, знаете, на микрофоне такая пушинка, а с ней не слышно ветра. Ну, извиняйте. Труба, сделанный короб, трубы там внутри еще нету. И потом туда уже люди придут, уже вентиляцию в эту трубу уже вставят. Крышка временная, здесь еще должен быть колпак. Но это все потом. Вот. И здесь еще такой момент, нюанс. Когда мы работаем здесь, получается, как бы с плотниками. Да? Здесь другая бригада плотников, не наша, а другая. Они выполняют работы. И у нас есть такое, ну, в некоторых местах, скажем так, надо с другом сотрудничать, скажем так, да. Допустим, когда они короб делали, вот этот вот, нам очень важно было, чтобы они этот короб поставили так, чтобы у нас вот этот фальц, вот этот фальц пошел посередине трубы, вот. А чтобы этот фальц поставил, чтобы этот фальц был здесь именно, а ни в другом месте он не может быть, потому что у нас фальц здесь. То есть он переходит, получается, вот сюда. Поэтому надо сделать было так, не абы как где-нибудь попало поставить, как им удобно, а именно в этом месте. Вот, поэтому вот такие нюансы тоже здесь есть. Ну и, конечно, всегда хорошо, когда и плотники, и, скажем, фальцовщики, да, они сообща работают.
Далее, сейчас мы заберемся, попробуем сюда. Вот, пройдем по этой, значит, крыша. Здесь у нас сделана разуклонка за колонной. За этой. Здесь это будет обшиваться тоже металлом. Вот этот фронтон тоже будет картинами набираться металлом. И низ. Ну, здесь низ будет чисто картиной идти. Вот. То есть это все будет обшиваться металлом. Здесь же будет тоже деревянный фасад. Ветер дует. Пленка болтается. Вот. Как я сказал, венконек будет у нас в этом месте. Сюда идти. Здесь будет обычный конек. Он будет чуть меньше. Вот. И венконек пойдет сюда. Ну и значит, я ладно вам скажу. Вот этот треугольник. Такой ветер, а? Я не знаю. Ну, погода такая. Вот этот треугольник будет оранжевым. Поэтому это будет серый. Может быть, индово будет оранжевого цвета. И этот скат будет оранжевый. Вот. Эти колонны полностью будут обшиваться тоже. Давайте туда пройдем. Вот это вот будет обшиваться. Тоже все металлом. Вон там, вот видите, проемы, да, которые. Этот будет вот именно такой проем. Будет оставаться он без, как сказать, как дырка такая, да, проем. Вон там должно окно стоять. Вот. И, по-моему, вон там тоже окно должно стоять. Но пока решения по этим проемам нету. И вот видите, стойка стоит. Мы говорим, как, ну, а еще дальше вы будете думать, ну, проектировщику. Вопрос задаем. Проектировщик пока сам этих, ответы на эти вопросы не знает. Да, попадаются тут такие вот. Вот. Но это я вам потом все покажу. Но можно посмотреть вот узел. Вот здесь вот. Видите? Здесь будет отворачиваться под конек. Здесь потом еще доформировываться. Так, ну и пойдемте поднимемся на телеса. Здесь на фасаде везде мембраны Pentax пятислойная, ветрозащита мембрана до 5 месяцев может находиться под ультрафиолетом. Так, вот теперь надо туда как-то с телефоном забраться. Сейчас. Главное. Аккуратно. Вот. Вот уже здесь сделано. То есть вот здесь вот фасад тоже. Если вниз посмотреть, этот весь фасад уже готов. Ну, вот здесь вот сейчас ходить, снимать это все, вот, допустим, вот окно. Да? Я думаю, что с лесами-то все равно ничего не видно. Ни сбоку, ни откуда. Вот. И когда уже здесь закончится, леса снимут. Это уже потом финишный, когда ролик будет, это все будет, когда закончено, будет все видно. Вот. И вот, ну, сейчас получается здесь труба. Сейчас трубу обойдут. Ну, уже не сегодня, сейчас время, я же говорю, уже практически 8 часов вечера. А вот, рабочий не закончен. Завтра обойдут здесь. И потом финишные картины сюда уже поставят. И сюда. И, соответственно, то же самое, что и на том скате. Да? Там, где труба, так и здесь. Надо, чтобы фальц выпадал. То есть, вернее, фальц попадает в любом случае сюда должен, чтобы на корпус уходил посередине. Вот.
Но там, получается, вот на той трубе, там у нас будет примыкание трубы передник, и бочина сделается отдельно, то есть он уже так не приходит. Там потому что каминная труба, и вот просто так не подвигаешь туда-сюда, как эти можно подвигать. Вот как-то так вот. Здесь у нас клеймера, глухие клеймера, такие вот, и, соответственно, плавающие клеймера. Вот их можно наблюдать, они стоят. По расстановке получается на таком скате здесь ориентировочно 30 градусов уклон. Вот у нас клеймера расстановки получаются глухие с самого верха, где-то 1,5 метра идут, и остальные все плавающие. Потому что картина здесь ходит, в основном будет ходить вниз при линейном расширении. Поэтому вверху ставим глухие, все остальное вниз плавающие. Вот так вот. Ну, вроде так-то вот все, по сути. Пойти до края еще прогуляться. Жаль, фасад не видно. Можно только вот отсюда посмотреть. Ну, я говорю, леса сниму потом. Это я уже финишный ролик будет с этого объекта. Я все сниму. Покажу. Все увидите. Ну, соответственно, здесь у нас тоже плавающие клеймера с фронтонов стоят. А то некоторые ставят здесь плавающие, а с фронтона ставят нет. Обычные. Сразу так вот покажу, скажет. Тот человек, про кого трое говорю, он знает, про кого я. Ну ладно, мы не будем говорить, кто. Ну, вроде вот так вот и все. Сейчас мы запустим дрон. Немножко пролетим, вот, и надо ехать домой. Вот как-то так. Ну все, ребят, я спускаюсь, запускаю дрон. Видно, да? Вот. Озеро. Красота. Видео покупаются. Пущу дрон, немножко полетаю, потому что в основном еще снимать-то и нечего. Вот. И поеду домой. 400 километров ехать. Все, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Комментируйте. До скорых встреч. Все, всем пока. The calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, no one would do it. Things are about to change, it's